В эти минуты мы получаем видеокадры встречи Владимира Путина с представителями Европейского еврейского конгресса. На ней представители еврейских общин пожаловались российскому президенту на то, что в Европе, в том числе в Германии и во Франции, из-за наплыва мигрантов растет антисемитизм. Владимир Путин в ответ пригласил евреев переехать в Россию. Позвольте мне вас сердечно поприветствовать. Континент так и не жил вековой болезни. В период социально-экономических кризисов его вновь поражает вирус антисемитизма. Поэтому, помнящие на генетическом уровне ужас 30-х годов, евреи покидают Европу. И мы хотим здесь особо отметить... Пусть к нам едут, к нам приедут. Вот это принципиально новая фундаментальная идея. Мы обсудим ее на Конгрессе обязательно. И надеюсь, мы вас поддержим. В Советском Союзе выезжали, пусть вернутся. Вы знаете, мы хотим выразить реально высокую оценку вашей политики, так как положение евреев в России сегодня может быть наилучшее в Европе.